Вот две пары кроксов. Одни не оригинальные, вторые оригинальные, купленные в магазине Сабу. Ну, мне кажется, уже сразу видно, где оригинальные. Оригинальные там, где джибицы. Вот, смотрим. Надпись более красная. Здесь она такая более какая-то коричневому отдает, бордовому такому. На оригинальных вот эта клепка, она плоская. На неоригинальных она закругленная, выпуклая. Но эти я уже потаскал по дому, поэтому они пообтерлись и стали такими тусклыми. Хотя, может быть, это просто из-за материала. На неоригинальных вот такие большие зазоры. Вот такие. Это еще самые хорошие и идеальные зазоры. В магазине в отзывах я видел похуже. Клея очень много на подделке. Вот, это клей. Он торчит и торчит сильно. Лента, эта полоска наклеена неровно. Вот видно, что она ушла вниз. Вот торчит клей сильно. Вот все эти пузырики, это клей. Вот она, видно, где край. И она вот сползла вниз. Эта полоска, и выдавила клей. Это не оригинальные кроксы, купленные на Озоне. Они там обозначаются как туфли медицинские KKK, KKK. За 1300 я их покупал. На Озоне месяц ждал. Доставка из Китая. Вот. Сама эта лента, у нее острый угол. Вот он, видно, что грань очень острая, и сама лента толстая. На оригинальных эта лента, она закругленные края имеет, аккуратные, и она тонкая, сама по себе она тонкая. Красная полоса, вот эта сверху видно, да, что она покрашена краской. Сами буквы как будто бы литые, а вот полоса, видно, что покрашена краской сверху. Это оригинальные. Вот, это оригинальные кроксы. Во-первых, так, сам материал у оригинальных, он мягче. Вот, видно, что вот я нажимаю пальцем, он мягче. Здесь жестче, вот. Для наглядности сейчас мы сделаем. Поставим вот двое кроксов. Нажимаю одинаковой силой. Оригинальные прогинаются, неоригинальные, они дубовые. Вот. Вот так не получится одной рукой. Ну вот, видно, что хрен согнешь их. Вот. И по ощущениям у подделки, они, когда их одеваешь, они как бы прохладные, холодные, как будто пластик какой-то холодный. Эти одеваешь, они прям тепленькие сразу. Вот. И оригинальные, они уже, вот здесь уже, эти не оригинальные, они шире. Хотя размер одинаковый. М12 здесь и М12 здесь. Как бы по длине они одинаковые, один в один. Вот. Но по ширине оригиналы уже, чем вот эти. Не оригинальные. Так, еще что хочу сказать, добавить, вспомнить. У оригиналов вот эти пупырчики и полосочки между ними, они прям вообще еле-еле выпирают.
А у подделки они прям вот хорошо так выпирают, они прям такие прям лучше, чем у оригиналов это все сделано. Вот эти вот рисуночки, вот они повыше и получше, прям покачественнее сделаны, чем на оригинальных кроксах. На оригинальных они вот прям вот еле торчат такие, слабо ощутимые. Вот. Так. Что еще? Это еле торчат. Ну да, вот они вот здесь вот прям вот прям чувствуется массажный эффект от них. Здесь вот как бы он поменьше. Вот. Так, что еще хотел я сказать? Вот здесь вот прям видно, что здесь вот все такое ровненькое, да? Вот оно гладенькое. А здесь видно вот полоски такие, вот видно полоски, да? На форме для литья прям, ну, видно, что грубая такая форма. Вот. Заусенцы вот эти по краям, ну да, они есть. И на оригинальных, и на неоригинальных. Я бы сказал, что они одинаковые. Потому что поддельные кроксы, они мне достались, ну, нормального качества. Есть у людей гораздо хуже. Вот видно, что полоса сползла вниз очень сильно. Вот. Как она будет держаться, не знаю, там, летом на горячем асфальте, но по дому я уже в них месяц отходил, они держатся. Вот, а здесь вот тоже вот есть вот заусенчики. Видно, что вот форма литье. Вот и сверху тоже есть. Они, кстати, сделаны во Вьетнаме. Вот здесь вот написано. Не могу я одной рукой. В Вьетнаме, короче, не сделано. Made in Vietnam. Вот он, Made in Vietnam. Оно как бы, мне кажется, что не краской сделано это все, а лазером, по-моему, выгравировано. Вот. На подделке такого нет. Просто номер там М10, причем не М12, а М10 почему-то.